пробую включить. Сейчас поставил, значит, стендбай в положение off и run тоже в положение off. Включаю дифференциальный автомат. Так, теперь попробую стендбай. Ничего не происходит, только что реле какой-то щелкает. Так, run. Так, сейчас включу еще раз с вакуумной системой. Там выгорает. Но я поразбирался с тем, что там дымит-то после включения. Это питание, это 25 вольт переменных, по-моему, если не ошибаюсь, или 70 вольт переменных. То есть, ну, первое, что можно предположить, видимо, там вышел из строя диодный мост, который выпрямляет то, что эти два резистора, которые вы видели, они дымятся, да, они по переменным, то есть сразу после выхода с трансформатора идут эти два резистора. А затем они коммутируются через реле на диодный мост. И, ну, первое, что можно предположить, как я уже сказал, это то, что диодный мост сгорел. Дальше пока еще ничего не известно, но вот будем вместе с вами разбираться, посмотрим, как там что работает. Попробую проследить это место, заменить диоды, и дальше уже, может быть, что-то будет видно. Ну, радует то, что там большая часть из этого всего оживает. В принципе, приборчики что-то показывают, лампочки светят, то есть, может быть, и работает. Вот, пану Лукасу огромнейшее спасибо за столь замечательный прибор. Попробуем оживить, попробуем вернуть его в работу. Пока.